Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир» провел интернет-конференцию с коллегами из города Волгограда. В Анапе такое мероприятие проходит в первый раз. Город-курорт совсем недавно включили в список проекта «Города воинской славы». Ребята делились опытом работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи в своих городах. Алена Маркарян познакомила коллег с военно-патриотической программой «Вахта памяти». Студенты подробно описали, чем и как они помогали ветеранам Великой Отечественной войны. Надеюсь, что в дальнейшем будем также поддерживать отношения не только, как вот я говорю, видеоконференции этих, но и приглашать непосредственно сюда, в Анапу, ну, чтобы они наяву видели, как мы работаем. И нам, конечно, хочется туда съездить, тоже в Волгоград, и посмотреть на их работу. В общем-то, у них очень много интересных проектов. Практику проведения интернет-конференции продолжат. Организаторы запланировали выезд делегации, чтобы работники центров по военно-патриотическому воспитанию молодежи узнавали новые и интересные методы работы.